Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Значит, сегодня у меня без вложений CoinMaker. Я хочу сделать вывод. Минимальный вывод отсюда 50 центов. Значит, это кран такой, ну, букс, не букс, кран, наверное, будет лучше так пояснить. По эфиру, так, по интериум. Значит, что сначала нажимаю фина. Вот у меня баланс мой, сколько у меня интериума. Это в рублях, это в долларах. 50 центов у меня, 1 доллар. Так, я хочу его вывести на кошелек. Нажимаю финансы. Здесь у нас баланс как бы отображается, интериум в евро, так, в рублях это еще какие-то тугрики, доллары и еще тугрики. Значит, сюда вводим интериум адрес, комиссию они берут, вот такая вот комиссия у них. Так, было 105, как-то плавающая у них тут комиссия, конечно. Значит, ну что, давайте приступим к выводу. Иду на интериум кошелек, копирую адрес. Так, скопировать адрес. Возвращаюсь. Сюда вставляю свой эфир адрес. А сюда сумму. Так. 0. Так, с вычетом комиссии надо. 0,0. Так. Ну что я выведу? 7,47 поставлю. Так, 7,47. Все равно здесь комиссия. И так, 47. Раз, два, три. 3 нуля. Вот так поставлю. Так. Будет выплачено с учетом. А, с учетом комиссии сразу учитывают. Ага, значит, всю сумму поставлю. Чего я тогда? Вывожу первый раз, делаю все в режиме онлайн. Так. 8,0, 8,0, 7,6, 7,6. Так. Будет выплачена с учетом комиссии вот такая вот сумма. Замечательно. Так, сделать выплату. Вот я ничего не выплачивала, здесь история выплат как бы пойдет. Так, нажимаю сделать выплату. Зелененьким загорелось. Средства успешно выплачены. Ваша транзакция вот по этому адресу. Так, вот она. Все, платит инстантом. Сюда можно нажать. И переходим. Здесь наша транзакция. И несколько подтверждений, и как бы эфириум окажется в кошельке. Все замечательно. Кому интересно, ребят, пользуйтесь. Кран супер, я с него не вылезаю. Заходим от транзакции. Тут ну, вот несколько подтверждений, все, платит инстантом, как бы денежка уже выведена. Так, значит, заходим, раз, кто не знает, 10 минут. Нажимаем вот на зеленую вот эту вкладочку. Нас перебрасывает на страничку. На страничке находиться не обязательно. И значит, вот зелененьким успешно просмотрели рекламу. И сразу денежка капает на баланс. Это в рублях, это эфир, это доллары. Так, значит, история задач. Вот, ага. Здесь для новичков, кто не знает, при регистрации, регистрация здесь простейшая, будет у вас как бы одно задание. Вы вступите в группу Telegram, и вам дадут бонус. Но нужно вписать свой как бы юзернейм от Telegram вместе с собакой. Так, и нажимать отправить. Вы, они проверят, отправятся на модерацию. И вам начислят бонус. Вот задача Telegram успешно выполнена.
я вот выполнила, и мне вот такой вот бонус дали. Так, далее здесь рефералы, партнерская ссылочка находится, ну, чао, поддержка и выйти. Вот такой вот кран без капчи, без заморочек, собираем эфириум, ну и все замечательно. Я очень довольна, конечно, эту вкладочку можно закрыть, и вот транзакция. Все. Ну-ка, перейдем на эфир. Вот мой баланс. Сейчас попробую перезагрузить. Так, 0.00.76.45. Прибыли денежки или как? Сейчас перегрузим. Так, ну, вышла я из кошелька. Ну да ладно, я уже не буду входить, потому что мне очень новая версия. Здесь немножечко путаюсь со входом я. Ну, денежка прибыла. Видите, зеленым загорелось статус. Все. Ну, в принципе, на этом все. Пользуйтесь краном. Платит инстантом. Всем удачи, больших заработков. Буду продолжать мониторить. До новых встреч!